Высокие технологии. Хай-тек. Новинка от Microsoft, а точнее обновленная модель планшета, который может быть одновременно и ноутбуком. Как сообщается, решение не столько добровольное, сколько вынужденное. С момента выпуска в продажу всего было приобретено 600 тысяч планшетов и 16 миллионов айпадов, которые были куплены за тот же период времени. Суть новшества, которое имеется в вышедшей версии – опция использовать планшет как стационарный компьютер, используя приспособление Docking Station. Разумеется, к планшету можно подсоединить и требуемую пользователю периферию. Планшет снабжен стилусом, и его можно использовать как блокнот, делая пометки в самом тексте, или, если это требуется, писать от руки. Мы даем возможность пользователю получить доступ ко всей системе сервисов и коммуникаций. Есть Microsoft Office, есть уже установленный Skype, планшет совместим с другими гаджетами, в том числе и с теми, что выпускаются Apple, и с теми, что работают на платформе Android, говорит Боб О'Доннелл. Но все эти удобные для пользователя функции стоят денег и весьма существенных. Стартовая цена планшета – 600 евро. Наиболее полная версия стоит свыше 1500 евро. Фактически речь идет о продукции класса люкс, потому что тут все обозначается словом «ультра». Ультралегкий, ультрамобильный, ультрамощный. Но если вы хотите получить все то же самое, без особых выкрутасов, есть гаджеты, которые стоят значительно дешевле. Как бы то ни было, результаты работы инженеров – это ежеквартальные цифры продаж. Они наиболее точный и справедливый вердикт, вынесенный потребителем, который, как известно, всегда прав.